Раннее утро, на улице конец октября, а значит, погода уже совсем не теплая. Тем не менее, это не помешало группе из 20 человек собраться всем вместе на Щелковской набережной, чтобы позаниматься гимнастикой цигун. Цигун помогает и для сосудов, потому что перестали лопаться сосуды на ногах у меня, ноги перестали быть сильными. Очень хорошо помогает при артритах, потому что спадает опухоль. Просто, понимаете, цигун – это жизнь, это энергия, которой, упражнениями которой хочется заниматься, и ты занимаешься, вдохновляешься. Гимнастика цигун объединяет в себе две древние китайские гимнастики, совмещает дыхательные упражнения системы цигун с движениями, характерными для цай-цзюань. Этот комплекс, состоящий из 18 упражнений, начал совершенствовать более 50 лет назад шанхайский мастер боевых искусств Линь Хоцзань. Именно он адаптировал гимнастику для современных условий, в том числе и для представителей европейской культуры, далеких от знаний восточных практик. В Щелковском районе такие занятия проходят уже несколько лет. Организатором их является детско-юношеская спортивная школа. Оздоровительный цигун заниматься можно в любое время, в любом месте. Здесь нет противопоказаний. Он влияет не только на физическое здоровье. Самое главное, что психоэмоциональное состояние приходит в норму. А, как известно, почти 90% всех хронических заболеваний это имеет психосоматическое происхождение. Достоинство системы цигун заключается в том, что она максимально эффективна, подходит для разных возрастов и занимает минимум времени. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».